А вы меня не гоните, что я у вас лопату спи***л? Если что, она у Денчика дома, могу адрес сказать. Не, ну я же не думал, что мы на вас работать с Андреем Валерьевичем будем. Денчик, да хуй ты молчишь. Антош, вы меня игнорите. Нихуя себе, сказал я себе. Вот это благодарность за выполненную работу. Денчик, походу, домой в пакетах поедем. Хорошая вещь, раритетная. Это вы Андрею услугу оказали. А для меня вы еще кое-что сделаете. Интим не предлагать. Поедете в спортзал, найдете Олега и приведете его сюда. А что, Антоша не может, что ли, выполнить это? Но Антоша мне не должен. Обязательно спортивный костюм на рынке покупать. А тебе что, бутик, что ли, нужен? Не, ну я хотел что-то нормальное. Поверь, братиш, здесь есть все. Слышь, Денчик, ты что, в подштанниках, что ли? А что такого? Ну это не модно. Ну да, а на морозе задницу в минус 20 стоять модно? Логично. Слышь, а есть подштанники? Как холодно. Сейчас бы валенок купить. Здравствуйте, у вас нет валенок? Нету, ребят. Парни, что, валенки интересуют? Да, что, есть? Тихо, не ори. Пошли за мной. Не прижимайся. Ну что, нравится? Ништяк, отличные валенки. Чего орешь-то? Не ори. Слушай, а что почем? Ну, 500. 500? Ништяк. На, держи. Что суешь-то? Тихонько давай. Ну все. Я вас не видел, вы меня не знаете. Ну давай. Слышь, Денчик, что там какой-то ебаный? Ну да. А там вон твой, там не курить. Ребят, можно вас на секундочку? Че? А есть сиги? Не, братиш, мы сиги не курим. Че, спортсмены, что ли? Ну да, мы, видишь, костюмчик купили, сейчас поедем в спортзал. А есть брат их мобил позвонить? Ну, конечно. Слушай, Денчик, дай пацану позвонить. Амбал нас хочет на мобилку нагнуть и тела наши бренные обшмонать, да? Чё, дерзкий такой ж? Да-да-да, классический ход. Сейчас ты, короче, коллег своих позовешь, вы начнете нас прессовать. Хуй там! Иди сюда, говно! Пистолет, тварь! Смотри, ты че? Денчик, ты меня, конечно, извини, но ты какой-то психованный в последнее время вообще. Не, ну а че они? Ну ты хоть и псих, но с твоими аргументами поспоришь. Ладно, поехали, спортзал. Че ж ты так машину далеко-то поставил, а? Да че ты ноешь, а? Вот-вот, я тебе говорю, ты хотя бы валерьяночки попей, что ли. Братан, ты с тобой? С превеликим удовольствием. Я себе у тебя блинов. Как на масленице. Ну ты чё? А чё делать-то? Поддержи! Давай, братан! Братан, давай, ты можешь! Молодец! Давай, давай, давай! Мне б такую дыхалку! Денчик, прикинь, как он взрывает! Слушай, надо в спортзал походить. Полезная штука, спорт. Вот это орех. Ништяк. Слышь, ну вон этот Олег. Нихуя себе, Олег. Давай, ты бери его, а я пойду машину пока прогрею. Ништяк, ты друг на амбразуру бросаешь. Да ну нахуй!
все, поехали. А где Олег? Там же, где и был. Огонь, Денчик, сейчас все сам разрулит. Ништяк. Иди давай. Ебать. Здорово, братиш. Здорово. Че, устал, утомился? Ну да. А хочешь кое-что энергетического, а? Не, брат, ты че, я химию не употребляю. Ну какая химия, ты че, чистая ботаника, натурпродукт. Да? Ну давай. Окей. Ну как себе, Олежка, Антоновка? Антоновка. Ништяк, да? Ну че он там? Че ломитесь? Проходите. Где Олег? В тачке сидит, угорает, яблоки точит. Говорит, никуда не пойдет. Давай. Если что, обращайтесь. Слушай, ты... Я? Че? Со мной все нормально. Че, Ждан, словил не Ждан? Виктор Сергеевич. Миссия выполнена. Пап.